Привет! Отложи работу в сторону. Сделать ее лучше, чем трудяги из сегодняшней подборки, все равно не получится. Поехали! Один вопрос. Почему бы налоговой не нанять хотя бы одного такого сотрудника? Я был в баре, где мохито делали примерно так же. Шесть секунд нужно этому сотруднику, чтобы ввести в автомате время отправления, пункт назначения, внести оплату и выдать тебе готовый билет. Это видео должно быть в словаре напротив слова «координация». Секунду! Ставь лайк, если захотел бутербродов с плавленным чеддером. Как думаешь, делать эту работу так же приятно, как наблюдать за ней со стороны? Можно с уверенностью сказать, что он получает от работы полное удовлетворение. Такую работу приятно не только видеть, но и слышать.
В их работе, кстати, тоже хватает риска. Пока кто-то платит за дайвинг, этот сварщик получает за него деньги. Интересно, слышал ли он что-нибудь о занозах? Парни проявили находчивость и смекалку. Не будем их расстраивать и рассказывать про существование кусторезов. Этот парень тоже мог бы стать первоклассным шоуменом. Ну или диджеем. Вот такие акробатические номера можно наблюдать в одной пекарне Армении. У снежной бури есть только один плюс. Чистка крыши после нее выглядит так. То, что они выполняют такую работу молча, делает это видео максимально брутальным.
Не забудь мысленно поблагодарить этих ребят, когда будешь заказывать вечером суши. Наверное, так выглядит идеальный баланс между работой и развлечениями. Чтобы обеспечить работу этого парня, всем им приходится трудиться как единый механизм. Бригада строителей с кучей техники строит мой дом 5 лет. Какой-то парень с палкой в руках. От мелких работ перейдем к процессам почти космического масштаба. Зацени, как проходит установка турбины на ветряной электростанции. По техническим причинам подорвать эту трубу было нельзя, поэтому пришлось поднимать 19-тонный экскаватор на высоту 86 метров. Но испытывает ли его оператор те же ощущения, что этот парень?
Хотелось бы посмотреть, как бы справились в этом случае те парни. Да, и вот эта игра стала самой продаваемой в истории. Это не очередной безумный дизайнерский проект, а экологичное строительство. Такие дома возводят в Кейптауне. Теперь ты знаешь, куда деть старые покрышки. Ну а дорогу к такому жилищу тоже можно будет сделать самому из кокосового волокна. В Индии такой геотекстиль используют очень активно. Посмотреть отличный фильм за несколько минут и без перемотки? Запросто! Сегодня у нас шикарная публика. На канале «Сладкий попкорн» тебя ждет мегаудобный формат. Краткий пересказ фильмов. От авторских картин до голливудских блокбастеров. Забирай безлимитный билет по кнопке «Подписаться».